был проведен ряд консультаций с представителями ЕБРР с повесткой дня финансирования строительства станции, двух станций метрополитена в сторону Одесская и покупка нового состава, я имею в виду подвижного, и также это отселение, ну и благоустройство и все остальное. Значит, сумма денег, которую нам готовы выделить ЕБРР, составляет 320 миллионов евро. Эти деньги будут выделены как банкам, часть банк ЕБРР, так часть и Европейская инвестиционная компания. И софинансирование со стороны города где-то на уровне до 80 миллионов будет со стороны Харьковского городского совета. Поэтому для того, чтобы мы получили финансирование, я подписал сегодня уже ряд писем в структуры минерские, для того, чтобы была начата процедура рассмотрения вопроса о подготовке государственной гарантии для города Харькова на получение кредита ЕБРР. Мы считаем, что у нас есть все возможности получить такой кредит и построить метро в сторону Одесской.